В связи с изменениями погоды сотрудники ГИБДД напоминают автовладельцам о необходимости соблюдать осторожность при выезде на краевые трассы. Потепление будет кратковременным, и за городом может образоваться гололедица и снежный накат. Дорожные полицейские советуют воздержаться от любых резких маневров. Также рекомендуется проверять тормоза, залить в омыватель незамерзайку и, конечно же, соблюдать максимальную осторожность и не нарушать скоростной режим. На выходных на выездах из города будут дежурить дополнительные экипажи ДПС. Мы обращаемся ко всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными. Если вдруг где-то на трассе замечен сломавшийся автомобиль, либо дорожно-транспортное происшествие, если не получается самим оказать помощь, то сообщить об этом в ближайшее подразделение полиции.